Сине-желтое знамя сегодня развивалось по всей стране, даже в самых отдаленных ее уголках. Самые яркие кадры в нашем материале. Во Львове национальный флаг Украины подняла Ангелина Гуртяк, девочка из Луганска, чей отец-добровольец погиб под Марьинкой Донецкой области. Военные также торжественно пронесли сине-желтые стяги, которые были в самых горячих точках Донбасса. А в Черкасах открыли первый в области народный памятник бойцам АТО. Юноша преклоняет колени перед погибшими и молится о живых. Возле него настоящие отстрелянные боевые гильзы, привезенные из Донбасса. Памятник создавали исключительно силами военнослужащих и волонтеров. В Днепре мастера создали флаг, украшенный петряковской росписью. На шелковом полотне около 10 оттенков желтого и синего цвета. Это самый большой петряковский флаг Украины. В Запорожье люди традиционно собрались на острове Хортица. Прежде чем поднять флаг на самом высоком в Украине флагштоке высотой 90 метров, присутствующие почтили минутой молчания погибших за независимость Украины. А местных волонтеров наградили орденами и медалями за помощь украинской армии. А в Одессе на Потемкинской лестнице молодежь развернула огромный флаг. Этой традиции уже много лет, и каждый год стяг на метр длиннее. Сегодня знамя было длиной 26 метров. Именно столько лет независимости Украины.